Свои знания в истории университета продемонстрировали студенты и магистранты в конкурсе «Знаете ли вы историю Альма-Матер». Его заключительный этап состоялся 31 марта в Музее истории Казанского федерального университета. Участники прошли квест, в ходе которого жюри оценивали не только познания в истории, но и коммуникабельность и умение работать в команде. Но самое главное, в третьем этапе там нужны уже какие-то командные навыки, поэтому там знания можно как-то, не знаю, не так, в общем, они оцениваются уже. Конкурс состоял из трех этапов. Один из них проходил онлайн, во втором состоялось очное выступление, а финальный этап из 14 команд прошли 4. Именно они участвовали в квесте по 7 музеям Казанского университета. На каждом этапе команды зарабатывали баллы. Суммируя их, жюри выявит победителя. Сегодня во время квеста ребята посетят музеи университета. Они познакомятся с достопримечательностями на территории университетского комплекса, увидят памятники, сфотографируются и мы решили, что эти фотографии, они должны быть обязательно. Фотографии сделаны именно ребятами во время квеста, как память о том замечательном времени, которое они провели в Казанском университете. Все этапы пройдены, баллы получены. Участники с нетерпением ждут объявления результатов. Списки победителей будут опубликованы на интернет-портале Казанского федерального университета, а награждение состоится 6 апреля. Анастасия Уткина, Фарид Захитаглы, Универньюз.